после, собственного выступления в текущей таблице. Лоренцо Алессандрини и Симоне Ватури, фигуристы, выступающие под итальянским флагом. По итогам короткого танца эти спортсмены были на 14-й позиции и проигрывали Фроленковой Касало 0,04 балла. И вновь классика звучит. Нино Рота. Рокко и его братья. Саундтрек. Трагическую историю рассказывали
итальянцы. И, как мне кажется, выложились мы просто по полной программе. Не осталось ровным счетом ни единой капли сил после этого произвольного танца. Вот так добываются места даже не в десятке сильнейших на чемпионате Европы. Лоренцо Алессандрини и Симоне Ватури, спортсмены, которые проживают в Милане, а в их родном городе, и тренируются под руководством Роберто Пелицолло и Николетты Лунги. Хореографом у них выступает Карадо Джордани. Спортсмены еще ни разу не выступали на взрослом уровне на серьезных турнирах. Я говорю, конечно же, не о этапах, а гран-при. На этапах гран-при по юниорам они даже попадали в финал в сезоне прошлого года. Но вот по взрослому разряду, по серьезному, это их дебют на чемпионате Европы. И дебют, надо сказать, очень удачный. Кстати, вслед за ними также будут выступать их соотечественники Федерико Теста и Кристофер Майер. Ну, а лучшие и сильнейшие в настоящий момент пары и по-прежнему являются Федерико Фаелло и Массимо Скали, неудачники короткого танца. После того, как установится от травмы партнера дуэт Анна Капеллини и Лука Ланотта, я думаю, что у них появится очень хороший шанс отобрать звание первого танцевального дуэта Италии у Фаелло и Скали. Ну, конечно, очень-очень жаль, когда карьера, блистательная карьера, пусть и не с огромным количеством, не с мешком медалей, скажем так, завершается на нисходящей ноте. В коротком танце Фаелло и Скали выглядели, ну, очень уж невыразительно, много ошибались, на них было в прямом смысле слова жалко смотреть. Ну, может быть, они еще опровергнут, может быть, они не просто не завершат карьеру по окончании нынешнего сезона, а еще и до Сочи докатаются и больше того выйдут на новый уровень, в конце концов. Некогда легендарные Торвилл и Дин сумели вернуться после длительного перерыва. Почему у Фаелло и Скали не получится довыступать без перерыва на серьезном уровне? Хотя на том уровне конкуренции, который сейчас предлагает мировым танцам на льду российская школа фигурного катания, а также подопечные Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда, канадцы, американцы, Ахлова Андреев и прочие ученики той школы, думаю, что Фаелло и Скали долго не протянуть. Тем временем ждем мы оценок Лоренцо Алессандрини и Симоне Ватури. Спортсмены были, напомню, на 14-й позиции с отставанием в 0,04 балла от Надежды Фроленковой и Михаила Касала после короткого танца. Немного им поставили арбитры, 67,66, и в итоге это их даже не поднимает, а, пожалуйста, опускает на пятую позицию. 115,35 балла, они седьмые по сумме оценок за произвольный танец и на текущей пятой позиции.